До определенного времени наши любители джаза сами, самоучки, ночами, что-то такое переписывали, слушали, как-то старались, хотя и среди них тоже появились уникальные музыканты, но это было, как говорится, личное творчество на износ. А вот системы, которые все-таки создавала бы вот эти такие личности, не существовало. Ну а как можно просто так пустить на самотек? И вот благодаря усилиям очень известных тогда людей, это Юрий Сергеевич Саульский, мой очень близкий друг, был композитор, который очень много сделал вот, в продвижении этой идеи о джазовом образовании в России. Александр Георгиевич Флярковский, композитор, он в то время был заместителем министра культуры. И вот усилиями вот именно такого уровня людей все-таки удалось решить проблему джазового образования и в рамках уникального учебного заведения Академии музыки имени Гнесина, тогда это еще был институт имени Гнесина, была создана кафедра, которая стала заниматься преподаванием джаза.